Здравствуйте, вы на канале Рима Кухня Огород. Хочу уделить внимание одному из сортов, именно сортов томата. Это у нас сорт Скаталона. Он растет как в теплице, так и в открытом грунте. Он сорт универсальный, он высокий. Сегодня у нас 27 июля. Я уже отрезала ему верхушку, так как уже, ну, не надо уже так много. У нас и так помидоры очень много. В общем, это очень многоплодный сорт. И всего лишь, вот он у меня был посажен, один куст. Ввела его в два, в первой развилке у меня два столба, получается, как бы, да. Здесь вот еще развился, и вот его. И здесь я уже сняла, вот с первых рядов я уже сняла. Здесь уже вторые, третьи, четвертые, пятые. Он очень многоплоден, плотный, очень легкий. Его можно срывать розовым, еле розовым, и положить в картонную коробку. Он там будет дозревать, будет сладкий, хранится очень и очень долго. Подходит для вяления, для маринации, для соления. В общем, отличный сорт помидоров. У меня вот эти сорта помидоров, семена этих сортов, сорта всегда в наличии. Я очень люблю и сажаю этот сорт. Сейчас я еще покажу, какой он в разрезе. Я сорвала для маринации уже вот здесь, вот нижние ряды. И покажу вам, какой он будет у нас в разрезе. Ну вот, одну гроздь с каталонии я собрала, нижнюю. Вот такие вот получились помидоры. Они есть вот такие вот красноватые есть уже. Вот еще есть розовенькие такие, но можно еще было подержать. Но я буду их вялить уже, начну их вялить. Поэтому уже собрала вот такие вот. Ну вот, давайте возьмем средний плод и взвесим его. Сколько он примерно весит? Один плод 78 грамм. Неплохо, неплохо. Давайте вот этот еще вот возьмем. 67 грамм. Ну, то есть это один плод примерно 7, от 50 до, ну, получается, 70-80 грамм. Это, ну, отлично, по-моему, для вот маринации, для вяления, небольшие, не крупные. Сейчас покажу, какой он будет в разрезе. Вот этот плод разрежем. Вот я его разрезала. Вот такой вот он получился у нас. Ну вот как раз для вяления, для маринации очень подходящий. Это сорт у нас Каталоны. Так, еще хочу вот этот разрезать, в другом разрезе показать. Ну вот я и разрезала его вот так вот. На вкус он нежный, сладенький такой, без кислинки. Ну, кислинки вообще не замечается. Вот. Помидор, конечно, я рекомендую для засолки, для вяления. Это сорт Скаталони. Очень хороший помидор. Семена у меня есть в наличии. Кому надо, пишите, всем отвечу. Всего доброго, до свидания.